Снежная лавина сошла сегодня в поселке Домбай в районе 4-й очереди канатной дороги. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов прибыл в Домбай и проводит оперативное совещание. Напомним, сегодня в 13:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Муса-Читара на высоте 2700 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика. Это пункты проката горнолыжного снаряжения. Также повреждено кафе, пострадавших кафе нет. По предварительной информации, в момент схода лавины на месте могло находиться от 4 до 12 человек. В 13:40 спасатели приступили к поискам, проводится обследование тела лавины. На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС по республике Александр Голоколенко. Оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В поисках также принимают участие местные жители и волонтеры. На месте схода лавины продолжаются поисково-спасательные работы. Поиски осложняют неблагоприятные погодные явления в виде мокрого снега. С наступлением темноты спасатели организовали дополнительное освещение. В Домбае проводится обход гостиниц для выявления лиц, которые могли находиться на месте схода лавины. Всего на месте работает 233 человека, 28 единиц техники. В Главном управлении МЧС работает оперативный штаб. По предварительной информации, также в момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. 13:40 спасатели приступили к поискам. И на этот час, по официальной информации, на месте схода лавины один человек погиб. На сегодня поиска спасательной работы приостановлены.